Спонсор програми – компанія «Лібралайн». Завжди онлайн. Всем привет! В эфире новости технологий, и я, Юлия Рогушкина, расскажу вам о последних новинках мира техники. К чему пришли наши ученые и чем мир будет жить уже завтра, узнаете через несколько секунд. Таблетка, стирающая негативные воспоминания. Подавляя уровень гормона кортизола, препарат просто стирает из памяти плохие события, таким образом ослабляя неприятные впечатления, которые хранятся в мозге. С такими таблетками не страшны никакие стрессы. Ученые изобрели блеск для губ, способный уменьшить бедра. Мечта любой женщины. В основе блеска экстракт кактуса, растущего в южноафриканской пустыне Калахари, и известная своей способностью снижать аппетит. Красишь губы и худеешь, чего только не придумают. Создан новый материал, способный в случае необходимости починить самого себя. Эластичный полимер может самостоятельно затягиваться в течение минуты, находясь под воздействием ультрафиолетовых лучей. Такой материал мог бы использоваться в качестве покрытия для автомобилей, телефонов и других устройств. Будущее за компьютерами. С каждым днем они усовершенствуются все больше и больше. Яркий пример тому – компактный компьютер все в одном. Настольный моноблок от известной компании Wortmann. Здравствуйте! Тема сегодняшней передачи – настольный моноблок Terra All-in-One PC 1910 от немецкой компании Wortmann. Этот компактный компьютер, собранный по технологии «все в одном», прекрасно подходит для дома и офиса. Его компактные размеры позволяют экономить рабочее пространство, а высокая производительность позволяет решать абсолютно любые офисные и домашние задачи. Моноблок оснащен сенсорным дисплеем с диагональю 19 дюймов с поддержкой технологии Multi-Touch и встроенной графической видеокартой Intel 3150, поддерживающей воспроизведение видео в формате HD. В основе моноблока процессор Intel Atom D525 с тактовой частотой 1,8 ГГц. TerraPC оснащен 2 ГБ оперативной памяти, емкость жесткого диска составляет 320 ГБ. Компьютер оснащен DVD-RV приводом, адаптером Wi-Fi, веб-камерой с разрешением 1,3 Мп, картридером, поддерживающим 4 популярных формата карт памяти, а также 2 USB-порта и динамики. Для подключения дополнительного монитора предусмотрен аналоговый разъем DSAP. По вашему желанию, моноблок Terra можно оснастить лицензионной операционной системой Windows 7 или FreeDOS. Получить подробную информацию о технических характеристиках моноблока Terra и условиях приобретения можно в любом подразделении компании LibraLine. В следующей передаче я расскажу о не менее интересном моноблоке от компании Wortmann Terra All-in-One PC 2201. Мир меняется все больше и больше. Оказавшись в 21 веке, наши предки просто бы не знали, что делать. А мы чувствуем себя прекрасно. С вами была Юлия Рогушкина и новости технологий. Продолжаем держать вас в курсе прогресса. Увидимся скоро. Пока! Спонсор программы – компания LibraLine. Завжди онлайн.